В рамках проекта «Недели основного закона», приуроченного ко Дню Конституции Республики Казахстан, в одном из торговых центров Департамент юстиции совместно с юридическим сообществом провели акцию «Юстиция консультирует». Подробнее наш корреспондент. Депутаты областного маслихата, судебные исполнители, представители Североказахстанской коллегии адвокатов, нотариальной палаты, частные практикующие юристы в рамках акции оказали помощь каждому желающему совершенно бесплатно. Цель данного мероприятия является оказание бесплатной юридической помощи гражданам нашего города. Более 50 человек оказана консультация. В основном это вопросы регистрации юридического лица, актов гражданского состояния, недвижимого имущества, исполнения исполнительных производств. Также были вопросы по законодательству о нотариате, а также адвокатской деятельности. Акция «Юстиция консультирует» проводится на постоянной основе. С начала года около 500 человек получили консультацию по интересующим их вопросам. Я приятно удивлена, что гуляла с ребенком до стык-молл. И тут бесплатная консультация от юстиции департамента Североказахстанской области, что меня касалось особенно по вопросу недвижимости. И абсолютно бесплатно можешь получить консультацию на все ответы на твои вопросы. Это очень хорошо сделано для наших народов, чтобы можно будет консультироваться, не ждать очереди какой-то, кто, если какие-то есть свои вопросы по недвижимости, по помещению, по аренде и так далее. Консультацию можно получить в онлайн и офлайн формате, по телефону, а также в социальных сетях. Акция будет продолжена. Аида Ермекова, Рустам Тлеужанов, служба новостей.